Сургуте из окна 5-го этажа выпал годовалый ребенок. Мальчик, которому в мае должно исполниться 2 года, облокотился на москитную сетку. Она не выдержала, и малыш упал на козырек дома по улице Набережной. Врачи травматологической больницы диагностировали у мальчика закрытую черепную мозговую травму, а также травмы внутренних органов и таза. Вчера его прооперировали. Сейчас ребенок находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое. Полицейские Сургута проводят проверку по факту произошедшего. Добавлю, с начала года это первый случай падения несовершеннолетних из окон. Полиция и врачи просят родителей быть внимательными, не пускать детей на подоконники, установить на окнах блокираторы. Сотрудниками полиции установлено, что в момент несчастного случая мама мальчика находилась на работе, а старшая 8-летняя сестра и отец находились дома, но в это время спали. Падение произошло из-за плохо укрепленной москитной сетки, на которую малыш облокотился и выпал. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.